Темпы распространения коронавируса остаются высокими. Эксперты все увереннее говорят о наступлении новой волны пандемии. Ситуация усугубляется смягчением масочного режима и изменением строгих правил социального дистанцирования. Официально в большинстве российских регионов продолжают действовать требования носить маски в общественных местах, но их соблюдение никто не контролирует. Между тем, ученые доказали эффективность ношения масок в борьбе с COVID-19. Например, в Германии использование масок в общественных местах позволило снизить темпы роста коронавирусной инфекции на 50%. Люди могут болеть COVID-19 бессимптомно, поэтому использование масок гарантированно снизит распространение вируса. Маски блокируют распространение вирусных частиц при разговоре, кашле или чихании, но только при условии, что она правильно надета, то есть закрывает не только рот, но и нос. Всемирная неделя ношения масок продлится до 14 августа. Все желающие могут присоединиться к проекту и делиться своими фотографиями в масках в социальных сетях, чтобы привлечь внимание как можно большего количества людей. Фотографии нужно опубликовать с хэштегом «Всемирная неделя масок». Если отметить аккаунт Роспотребнадзора, то он опубликует ваши фотографии на своих страницах. Елена Грицкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей, Саров 24.